в Новочебоксарске в честь Дня космонавтики дали старт традиционному велопробегу. Каждый год члены клуба «Солнце на спицах» отправляются в путь до села Шоршило, чтобы почтить память покорителей Вселенной. Подробности в следующем материале. Ряды участников космического велопробега пополняются каждый год. И даже новичков не пугает задача преодолеть на железном коне более 20 километров до родины нашего знаменитого земляка, космонавта Андрияна Николаева. Покорить этот путь впервые решилась и Надежда Андреева. Позвали друзья, потому что, когда начинаешь ездить, появляются новые друзья, знакомые. Ты понимаешь, что велосипедное движение Чувашии на самом деле развивается бурными темпами. Это люди очень заинтересованы в том, чтобы вести здоровый образ жизни. Участников велопробега провожали торжественно. В честь юбилейной даты первого полета человека к звездам на площади города Спутника исполняли песни о космосе. В историю страны этот день вписан золотыми буквами. Память о подвиге покорителей Вселенной должна передаваться из поколения в поколение, считают почетные гости праздника. Чувашия неразрывно связана с нашими земляками. Это Николай Бударин, Муса Манаров. И сегодня, находясь здесь, в преддверии старта, посвященного Дню космонавтики, и отдавая дань памяти Андрияна Николаева, мы тем самым, наверное, направляем наше молодое поколение на тот путь, который ведет к звездам. Мы сегодня чтим память нашему космонавту, едем именно на велосипедах, велопробег в Шоршилы, где похоронен наш земляк Николаев. Мы поднимаем популяризацию не только космоса, а в целом уважение к нашим ученым. Циолковский Константин, наш российский ученый, открыл в теории дорогу в космос всему человечеству. Опытные участники велопробега говорят, что каждый год до Шоршила они добираются за 108 минут. Именно столько длился полет к звездам Юрия Гагарина. Дмитрий Ковалев и Расиль Мухаметов. Республика.